первую очередь, я думаю, нужно менять разгильдяйское отношение к транспортному средству, к средству повышенной опасности. У нас, по большому счету, у большинства людей очень разгильдяйское, халатное отношение ко всему. Выпил, сел за руль, вышел на работу, не соблюдены технические требования. И вот это все усугубляет. А в России, как известно, две беды – дураки и дороги. И в этой вот ужасной ситуации они встретились таким вот печальным очень способом. Сочувствую всем пострадавшим во всех авариях и считаю, что в первую очередь люди должны начинать с себя, менять свое отношение к технике безопасности, к правилам, к законам.